Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, перед нами Motorola Moto G31, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве поставить какую-то свою песню на мелодию звонка. Для этого мы заходим в настройки и выбираем пункт «Звук» и «Вибрация». Дальше пролистываем вниз, нажимаем здесь «Дополнительно» и ищем пункт «Рингтон». Дальше нажимаем «Добавить рингтон» и выбираем какую-то песню из тех, которые мы скачали заранее на телефон. То бишь, вы можете здесь выбрать любую песню из тех, что у вас есть на телефоне. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.